Анонимный звонок, значит? Да, из телефона автомат. По описанию все сходится. И пистолет в траве, и труп. Правда, сам злодей исчез. Хотя, по словам звонившего, убийца еле ползал. Что ж, его не задержал никто. За такой подвиг можно и медаль получить. Или траурный салют. Я попал. Неприятную историю. Тебе будут говорить про меня разные гадости. Не верь. Не верь. И помни. Папка тебя любит. Папа! Ты не пугай меня, пожалуйста. Объясни мне лучше, что случилось. Долго рассказывать, как-нибудь потом. Я исчезну ненадолго. Будь осторожен. Предать могут даже самые близкие люди. Вокзал. Какой тут ближе? Тебя, выходит, Шустов прислал? Угу. Ему неудобно тебя поторапливать. А тебе, значит, в самый раз? Ну, что делать? Я же не за себя прошу. Ну, тогда располагайся и чувствуй себя как дома. Это в морге-то? Нет, спасибо. Ну, а ты на словах-то не зацикливайся. Мы, если нужно, из того света достать сумеем. Но, правда, не всех. Этого уже не сумеем. А что с ним? Скончался около 9 часов утра от огнестрельного ранения. Пуля попала прямо в сердце. Привет. Вот это тебе. Спасибо. Слушай, Сереженька, отнеси, пожалуйста, в лабораторию. Не в службу, а в дружбу. Что здесь? Похоже, кровь. Обнаружил в стволе глушителя. Была золотая рыбка у них на посылках. Ой, да ладно, ладно. У тебя завышенная самооценка. Прежде чем Шустову отдать, я ствол вдоль поперек изучила. И что ты выяснила? Это кровь ранее судимого, змея Кирилла Евгеньевича. Сегодня утром его застрелили в Макаревском парке. И застрелил его такой же уголовник, да? Я как раз пробивала по базе отпечатки с пистолета. Ты не поверишь. Вот это да. Немного о покойном. Кирилл Змага провел в колонии 12 лет, вышел 3 года назад. Статья? 126-я. Похищение человека. Убит выстрелом в упор. Кто-то прижал оружие к телу. Кровь из раны попала в глушитель пистолета. Ствол чистый, в картотеках не значится. На нем сохранились отпечатки пальцев. В этом месте должен прозвучать победный туш? Кто их оставил? Семен Михайлович Яров. Это какой такой Яров? Тот самый? Да, шоколадный магнат. Удивительно. Успешный предприниматель. У него уже несколько шоколадных фабрик. И сеть кофеен в крупных городах. Целая империя. А тут какой-то уголовник. Зачем его убивать? Чтобы подставить под удар свой бизнес? Что между ними общего? Они проходили по одному делу. Пить хочешь? Ты бы накормил лучше для начала. И крыс разогнал. Есть хочешь? Плати. Похоже, это месть. Но прошло уже в общей сложности 15 лет. Зачем так долго ждать? Приговор показался Ярову слишком мягким. И он решил устроить самосуд. Имея столько денег, можно заказать убийство специалисту. Но Яров решил действовать самостоятельно. А может быть, ему хотелось увидеть страх в глазах своего мучителя? Надо его найти.
со мной это впервые. Банкомат съел мою карту. Мне нечем вам заплатить. Часы. Швейцарские. В качестве компенсации пойду. Они и правда швейцарские. Все счета арестованы? Это вынужденная мера, когда выяснится, что ваш отец невиновен, все счета разблокируются. Мой отец и так ни в чем не виновен. Но все улики против него. Вы так говорите, потому что совсем не знаете моего папу. Марина Семеновна, я скажу вам прямо, я жажду с ним познакомиться. Квартира с Маги досталась от родителей. Он вышел, а они скончались один за другим. Да, судя по обстановке, Змага бережно хранил память о родителях. Любопытно, варенье за 3 года засахарилось или нет? Ну как, сладкоежка? Ты знаешь, малиновая очень даже ничего. Нет, ты посмотри. Вот он, творческий подход к наследию предков. Мариночка, вы хоть бы намекнули, как с вашим отцом связаться, а то, знаете, мы с ног сбились. Если у него появится такая потребность, он сам вас найдет. Звучит как угроза. Да перестаньте вы уже. Отец так далек от всей этой суеты. Это почему же? 7 лет назад умерла моя мама. И отец отгородился от мира. А как же Кирилл Змага? Да что вы прицепились ко мне своим Змагой? Я и в глаза не видела это существо. Когда отца похитили, мне было 5 лет. Что я могла помнить с того времени? Но кто-то же должен быть в курсе тех событий. Кто-то, но не я. Хотя подождите, есть ведь Рыжих. Это бывший милиционер. Он отца освобождал. Теперь они дружат. Павел Сергеевич руководит фирмой охранной. Только вы поосторожнее с ним. На папу бочку не катите. Вот она, изнанка телевидения. Нет, ну надо же, а? Какой вместительный телевизор оказался. Павел Сергеевич, а ведь мы с вами, по сути, коллеги. Я очень рассчитываю на вашу помощь. Да разве я против? Насколько мне известно, вы находитесь в дружеских отношениях с господином Яровым. Да, с Семеном мы знакомы 15 лет. Нас, можно сказать, судьба свела. Судьба в лице Кирилла Змаги. Ну, если вам так удобнее, да. Ты не хочешь вернуться домой по кускам? В нескольких почтовых посылках, а? Что тебе от меня надо? Позвони домой. Обрадуй родных. Чем? Ну, тем, что жив. И все? А. Тем, что жить будешь недолго, если они не заплатят за тебя выкуп. Вымогатель. Вот твоя бандура. Звони. Вот по мобильнику мы их тогда и вычислили. А после того случая вопросам собственной безопасности Яров стал уделять больше внимания? Как же. После того, как меня попросили из органов, Семен помог мне ЧОП открыть. Из благодарности я хотел к нему телохранителя приставить. Бесплатно, конечно. Так он меня попросту послал. То есть он так и продолжал ходить без охраны? Да. Личный шофер и все. Скажите, а в ваших беседах с Яровым часто всплывало имя Змаги? Нет. Семен не испытывал никакого интереса к этому упырю. По-моему, ты не с того начала. Вот золото, бриллиант. Ты сороку мне напоминаешь. Любишь блестящие предметы? Ну, в таком случае оставлю их себе. Ну что, неплохие позументы тебе на китель. Слушай, ну, может, хватит глумиться-то? Я еще не начинала.
Масло, которым смазан пистолет, и эта субстанция на тряпке, они абсолютно идентичны. То есть змагу застрелили из собственного пистолета? Что случилось? Говорит, вызвали. Настащук, Федор. Капитан Соколова, вы личный водитель господина Ярова? Бывший водитель. А что так? Я вчера расчет получил. Семен Михайлович сказал, что в моих услугах больше не нуждается. Спасибо, Алла. Пройдемте. Все эти изделия недавно были похищены из ювелирного магазина. При налетчике был пистолет с глушителем. Значит, этот ствол не такой уж и чистый. А как в последние дни вел себя господин Яров? Никаких странностей в его поведении не замечали? Ну, а сам факт, что он меня уволил, сам по себе не странность. Это после 15 лет безупречной службы. Я понимаю, это большая трагедия. Но вам это не очень интересно. Ну, хорошо. Расскажу я вам про одну странную поездку. Буквально пару дней назад, да, позавчера, Семен Михайлович попросил отвезти его в такое захолустье, где, похоже, отродясь не был. Место это указать сможете? Ну, а зачем? У меня адресок сохранился. Так это же адрес Змаги. Телефон Ярова по-прежнему вне зоны доступа. Вероятно, отключен. Час назад была зафиксирована попытка снятия денег с его дебетного счета. Наряд ППС прибыли к банкомату, но господина кондитера не обнаружили. Вероятно, Яров почувствовал неладное, когда карточку заблокировали. Есть информация по ГИБДД. Обнаружена машина Ярова, на которой он выезжал из дома. Он ее забыл во дворе жилого дома. Удивительная забывчивость. Да это прогулка Ярова со Змагой в парке. Дивное мероприятие. Они что там, дуэль затевали? Из одного пистолета. Да я понимаю, что эта версия никуда не годится. Да и для Змаги это небывалая учтивость. Рыжих про него совершенно другие вещи рассказывал. Ну что, детел, допрыгался? Сам детел. Насмотрелся, да? У нашего шоколадного магната явные проблемы с психикой. Его тянет к деструктивным личностям, и он перенимает их повадки. Может, стоит пообщаться с семейным доктором Яровых? Вдруг он нам поможет понять ход мысли своего пациента? Пообщайтесь, только не углубляйтесь в дебри подсознания. Мне нужны психически здоровые сотрудники. Вы демонизируете Ярова. Делать этого ни в коем случае не надо. Это почему же? Ну, потому что человек, он, в принципе, безобидный. Хотя странности в его характере, безусловно, присутствуют. Ну, какие, например? Сама мысль о продолжительной физической боли его пугает. Почему? Моя мама умирает раком. Осознанно отказалась от всех наркосодержащих препаратов. А, вот как. Она была глубоко верующим человеком. А наркотики – это грех. Все эти страшные дни папа неотлучно дежурил у ее постели. И вместе с мамой пережил все ее мучения. Ну, кто же боли не боится? Тот, кто не загоняет себя в рамки условностей. Я, например. Потому что знаю, как с этой болью бороться. При помощи тех же наркотиков. Борис Эдуардович, а как это связано с исчезновением Ярова? Непосредственно. С такими взглядами на жизнь, как у Семена Михайловича, заповедь «не убей» приступить очень сложно. Вы не там ищете убийцу. А что вы думаете о докторе Корабельникове? О Боре? Да. Думаю, что выйду за него замуж. Хотя мой отец не в восторге от моего выбора. А за что же ваш отец не взлюбил своего личного врача? Ну, почему сразу не взлюбил? Просто они люди разных формаций. У отца свое видение семейного уклада. И Борис пока не вписывается в эту схему.
Но это только пока. А у вас в семье домострой? Я просто прислушиваюсь к мнению отца. То есть ваш отец для вас авторитет? И не только для меня. Его имя на слуху. Он очень много помогает школам, церквям, занимается благотворительностью. И он слишком дорожит своей репутацией, чтобы запятнать ее сомнительным поступком. Знаете, Галина Николаевна, совершенно непонятно, зачем Яров дал своему противнику вновь набрать силу. А может, он хотел узнать, исправился ли Змага после отсидки? А этот Змага ювелирный взял. Да нет у Ярова такой агентуры. А кто из близких может знать, где он сейчас скрывается? Кому он доверяет больше остальных? Ну, доктору Корабельникову только отчасти. Но дочь он пытается уберечь от стрессов, вряд ли она в курсе. И водитель зуб на него точит. Угу. Что касается Рыжих, тот, пожалуй, слишком импульсивен. Для такого ангела, как Яров. А по-вашему, мог этот ангел завладеть оружием матерого убийцы и хладнокровно его расстрелять? Галина Николаевна, разрешите? Тут из милиции нашего миллионера прислали. Может, у вас к нему вопросы имеются? Он милостыню около храма собирал. Храм, между прочим, на мои деньги построен. Ого! А что это так вокруг трупа натоптано? Ура, вот, наверное, водили. Зато следов пригодных для работы всего одна пара. Да, и где поди Соколовой? Ну, к счастью, нет. Это след олигарха. Семен Михайлович, зачем вы убили Кирилла Змагу? Жаль, подают нынче скудно. На билет не хватило. Иначе не сидел бы я сейчас здесь, не слушал глупых вопросов. И чем же вам мой вопрос не понравил? Да не убивал я Змагу. Это он должен был меня пристрелить. Я заказал ему свое убийство. А Рогозина права. Яров ненормальный, у него крышу сорвало от переизбытка денег. Нам такая беда не грозит. Вы владелец кондитерской империи. Входите в список успешнейших предпринимателей страны. Звезды эстрады рекламируют вашу продукцию. Ну, я им плачу. Это понятно. Объясните мне другое. Зачем человеку, достигшему таких высот, заказывать собственное убийство? И почему я должна верить в эту чушь? На другую реакцию я и не рассчитывал. Так откуда эти суицидальные тенденции? У вас что, долги? Зачем так сразу? С бизнесом все в порядке. Проблема во мне. Я смертельно болен. Ты хочешь сказать, что вот эта клякса источник моей боли? Да, я проворонил начальную стадию болезни. А теперь опухоль дала метастазы. Оперировать поздно. Черт возьми. Не надо ругаться, здесь нет твоей вины. Ты же предупреждал меня, что нельзя есть столько жирного. Ну я ведь был должен. Скажи лучше, сколько мне осталось? 10 недель. Не густо. Семен Михайлович, если будет совсем не в моготу, я могу выписать... Никаких наркотиков. Уходить надо с незамутненным сознанием. Но ведь боли. Я что-нибудь придумаю. Только не рассказывайте никому о нашем разговоре. Не хочу, чтобы газеты писали. Властелин сладкой империи умер от обжорства. Может быть, все-таки выписать вам рецептик? Чтобы продлить агонию? Нет, спасибо. Иди, мне надо привести в порядок дела. И узнав об этом, вы решили покончить с собой? Нет, никакого суицида. Самоубийство – это грех. Я хотел, чтобы меня убил кто-то другой. Быстро, профессионально и безболезненно. Да ты с ума сошел! Ни за какие деньги!
Ты не для того твою жизнь спасал, чтобы сейчас ее так бездарно профукать. Ну, будь мужчиной. Найди в себе силы, чтобы дойти до конца, Семен. Боря, вся надежда на тебя. Не хотят меня люди убивать. А вы уже и с людьми говорили. Чем теперь я смогу вам помочь? А что тебя смущает? Если смерть наступит от препарата, а мне больше нечего вам предложить, ваши люди сразу поймут, что виноват безотказный доктор Корабельников. Мол, это он напичкал Ярова отравой. Зачем мне такая слава? Так что извините, теперь я пас. Ладно, не переживай. Найду кого-нибудь менее щепетильного. Не могу я, Семен Михайлович, живого человека машины переехать. Вас жалко. Но и автомобиль тоже. Уберите деньги от греха подальше. А эти деятели, почему нам ничего не рассказали? Яров попросил. А как у него оказался пистолет в руках? Ну, там, в парке. Не помнит, говорит, получил чем-то по голове. Целый час провалялся в отключке. У него при себе деньги были для смаги. Они пропали. Удар был нанесен тупым предметом с мягким набалдашником. Думаю, что это могла быть киянка или, скажем, хирургический молоток с резиновой насадкой. А что по времени? Я же говорил, где-то около 9 утра. Гематома – ровесница раны господина Змаги. Вот, кстати, про Змагу. Когда вы вспомнили о его существовании? Когда понял, что на близких нет никакой надежды и некому исполнить мою последнюю волю. Ну, вообще-то я свой срок по полной отмотал. Так что, если какие претензии, не по адресу. Не бойся, я по другому вопросу. У меня к тебе чисто деловое предложение. Чай хоть нальешь? И он принял ваше предложение. А что удивительно? Я рассказал ему всю правду. Он понял мое положение. Теперь вот как-то даже неудобно перед человеком получается. Допустим, ствола достану. А чтоб с твоей стороны подляны не было, а? Это слишком заманчивое предложение. Я предлагаю хорошие деньги за серьезную работу. Пустить тебе пулю в лоб не работа. Праздник. А тут еще куча бабла. В чем подвох-то? Короче, если что пойдет не так, я сваливаю. А какой диагноз вам поставили? Рак поджелудочной железы. Ну, честно говоря, для такого диагноза вы очень неплохо выглядите. Спасибо за комплимент. Вы мне извините, ради бога, может быть, я что-то не так сказала. Просто редко общаюсь с живыми пациентами. О том, что Яров будет утром в парке, знал не только Змага. А что, у Змаги был сообщник? Вряд ли, он по натуре волк-одиночка. Просто Яров устроил себе проводы. И спасибо вам за вашу помощь, дорогие мои. Надеюсь, мой уход не причинит вам неудобств. Вам надо обзавестись алиби на завтра. И в 9 утра держаться подальше восточного сектора Макарьевского парка. Семен, я давно хотел тебе сказать, что ты дурак. Да пойми ты, Паша, это кондитерский бизнес. Я не могу умереть от желудочно-кишечного позора. Это подорвет престиж марки. Смерть при загадочных обстоятельствах предпочтительнее. Ну и кто этот несчастный, что согласился тебя пришить? Он опытный, можешь не сомневаться. Спасибо, Федор. Когда Марина возглавит
проект концерн, она примет тебя обратно. Ни в чем себя не вини. Я уважаю твой профессионализм. И, пожалуйста, оставь Марину в покое. Ей нужен другой муж. С деловой хваткой. И только без обид. Осталось лишь выяснить, кто позарился на деньги, приготовленные киллеру. Киллер в роли потерпевшего – это трогательно. Мне срочно требуется ассистент. Я уже стерилизовала помещение, Галина Николаевна. Мне нужен человек на инструмент. Валь, ты о чем? Я буду оперировать Ярова. Да ты в своем уме? Какая операция в морге? Тем более у Ярова неоперабельный рак. Ты ему поможешь? У него нет никакого рака. У него воспаление желчного пузыря. Начался перитонит. У меня каждая секунда на счету. Сейчас очень сильно легче. Срочно привези доктора, который ставил Ярову диагноз. И узнайте, нет ли у него молотка с резиновым набалдашником. Скальпель. Зажим. Еще зажим. Сушим. Это больному простительно не знать, что у него болит. Тем более при схожей симптоматике. А вы-то дипломированный специалист. В Кембридже учились. В Сорбоне. Тем более. А вы пациентам ставите липовые диагнозы. Ну вот зачем? Ты цветы лучше Юленьке отдай. Они, между прочим, меня с того света достали. Всякое бывает. А вот вашего личного врача за решетку упрятать надо бы. Господь ему судья. Борис в чем-то провинился? Еще как. Я не думал, что так все закрутится. У меня была только одна цель – женитьба. На Марине? Естественно. Ярова нужно было сделать более сговорчивым. Вы хотели манипулировать им при помощи боли утоляющих. А потом вам пришлось бы его устранить. Диагноз-то фиктивный. Тебе столько всего пришлось пережить из-за меня. Ты здесь ни при чем. Но ведь Борис затеял все это из-за нашей свадьбы. Ради денег моих он это затеял. Просто решил, что через тебя к ним подобраться легче. Скажите-ка, а вы по основной специализации хирург? А где находятся ваши инструментарии? Нас, в частности, интересуют хирургические молотки с резиновыми насадками. Вы что, хотите сказать, что я за своими пациентами с молотками гоняюсь? А вы напрасно смеетесь. Вам, между прочим, светит год тюрьмы за неоказание помощи больному. Если, конечно же, суд вам более интересную статью не подыщет. Странный все-таки тип этот Корабельников. Смертельную инъекцию ставить мне забоялся, а в парке вон целый аттракцион со стрельбой затеял. Папа, но ведь Бориса в парке не было. Я надеюсь, ничего страшного? Что-то с отцом. Я так и не поняла, что. Я уверен, что с ним все хорошо. Что тебе приготовить на завтрак? Ты знаешь, я, наверное, дома позавтракаю. Да, устроил нам Корабельников экзамен по хирургии. А Яров? Ну вот скажите, разве можно так доверять людям, пускай даже семейному доктору? Ну, в конце концов, обратился бы к другому специалисту, чтобы сдать эти анализы на онкологию. Он лично врача нанимал с конкретной целью, чтобы никто из посторонних не узнал о его болячках. Теперь-то я думаю, что он изменит свои взгляды на жизнь. По-моему, Яров неисправим. История с похищением не пошла ему впрок, он по-прежнему ходит без охраны. Кто у нас там еще в списке подозреваемых остался? Бывший водитель Ярова и начальник ЧОПа. Рыжих?
Ну вот и займитесь ими. Навестите водителя, с ним сегодня уже встречались. Кто знает, вдруг это начало великой дружбы. А я думаю, чего кукситься? Вот выдалось свободное время. Я решил и ласточку свою до ума довести. Ну, Бог в помощь. А я так понимаю, вы толк в жестянке знаете? А чем листовое железо выправляете? Не этой ли кияночкой? Попробуй. Откуда у меня киянка? И вообще это что такое? Это что-то вроде молотка. Ага. А что мне в парке с молотком делать? Скворечники приколачивать? Так возраст уже не тот. А насчет змаги? Не убивал я его. И последний раз видел 15 лет назад только. При задержании. Эй, Шумахер, ты полегче. Да просто, когда мне работа смешает, я немного нервничаю. Костя, а? Ты как? Нормально? Значит так, сейчас берешь киянку, а нервы оставишь здесь. Павел Сергеевич, а ведь вам затея Ярова не понравилась. Ну и что с того? Разве у вас не возникло желание помешать его планам? Ну, даже если бы оно и возникло, то я бы не стал это афишировать. Валь, диаметр киянки меньше, чем у синяка. Это, в принципе, объяснимо. Припухлость от удара. У гематом есть тенденция к увеличению. А удар нанесен этим орудием? Сравни его фактуру со следом на голове. При первоначальном осмотре я решила, что это особенности пигментации, но теперь очевидно, что это мельчайшее внешнее кровоизлияние, не повторяет рельеф киянки. Привет. Галина Николаевна, при обыске в квартире водителя обнаружена крупная сумма денег. Эта сумма в точности совпадает с заявленной Яровым. Так почему же Достащук сразу не откликнулся на предложение шефа? Та сумма, которую Яров мне за свое убийство предложил, понравилась мне больше, чем мой расчет. Но я не мокрушник. А меня чуть болгаркой. Не пописал. Так ведь не пописал же. Щелкать что-то в голове не могу. Я ведь 15 лет святошу возил. Подстройка сработала, что ли? Ну, типа того. Короче, решил я завладеть этой суммой бескровным методом. На уж места отдыха шефа я знаю наизусть. А что ж тебя заставило отступить от первоначального плана? Я не отступал. Ну, ты же сам только что сказал про бескровный метод. Сказал. А Кирилла Змагу убил. Да не убивал я никого. И без меня нашлись хорошие люди, пока я на дереве сидел. На дереве? Чоповец заявился. В камуфляже. А уж после этот тупырь с пистолетом. Рыжих вернуть срочно. И надо еще найти камуфляж, в котором он по парку растекал. С
А Рыжих в больнице меня сменил, и камуфляж на нем был зеленый. Рыжих его мгновенно отработал. И как в воздухе растворился. А ты здесь? Я так и знал, что будет какая-то подляна. Все это время был Яров. Яров? Место себе покраше выбирал. После киллера ждал. А уж потом стал беспокоиться, не случилось ли с ним чего. Картина стала живописнее? Да не в этом дело. Просто вдруг вспомнил, как я 15 лет на него горбатился. И захотелось мне ему несколько неприятных минут доставить. Но об этом, как ты сам понимаешь, никому. Да, Паш. Прав ты оказался. Дурак я, каких поискать еще надо. Да ладно, главное, что ты живой. Извините, Павел Сергеевич, у нас вопросы к вам появились. Новые.